Все, что я хотел разметить, я разметил, кроме одного. Значит, бывает, идет разбор словосочетаний. Значит, и я хочу, чтобы ниже приведенные отдельные основы были визуально выделены. Вот, то есть это по умолчанию стиль 5 глосса санскрит, а 5 глосса сдвиг. Я бы хотел, чтобы он был вот правее, но мне не получается сделать, чтобы он прям был правее, пока я сам его вручную туда не сдвину. Ну, в общем, я пока делаю немножко надувную вещь, но, в общем, вот все эти стили в дальнейшем я хочу импортировать в InDesign, то есть основные стили, их там 10 штук. Вот. И чтобы вот эта лесенка у меня сохранилась. Кумбхакарна. Вот, то есть, иначе получается, как будто бы нам для перевода текста нужно и это слово, а это всего лишь часть. Соответственно, вот то, что оно часть, я хочу визуально выделить. Вот. И, собственно, так во всех словах. Как это сделать грамотно, не знаю, делаю как могу. Желать. А цвета в дальнейшем уйдут. Это черно-белая печать, но пока для разметки я ее ошибся. Такой вопрос, да? То есть как можно вот это визуально, этот сдвиг оформить? Получается, присвоить сдвиг к стилю мне не получилось. Спасибо.